Всем привет, вы на Роботоп. Леопард – это воплощение гибкости, изящества и скрытности. Благодаря пятнистой желтой шкуре животное совершенно сливается с травой или древесными ветками. Вы только представьте, какой силой должен обладать этот хищник, если он легко затягивает на дерево целую зебру. Давайте посмотрим, на что способен леопард в деле. Если понравится, жмите на колокольчик, но можете сделать это прямо сейчас. Начинаем! Чтобы вы сразу поняли, насколько леопард ловкий хищник, посмотрите, как он охотится за обезьяной на дереве. Хотя обезьянке деваться некуда, ведь деревьев только два. Я думал, что она легко сможет от него прятаться на ветвях. Но леопард прыгает за ней с дерева на дерево, а потом совершает невероятный прыжок вверх и ловит свою добычу. Просто невероятно. Это самая крутая атака, которую я видел. Хитрый леопард спрятался на дереве и дождался, когда к дереву подошла бедная импала. Хищника абсолютно не видно, он полностью спрятался в ветвях, ожидая подходящего момента для атаки. Его суперпрыжок. Хищник камнем падает на импалу и сбивает ее с ног. Вокруг начали прыгать бабуины, но леопард не обращает на них никакого внимания. Вот похожая атака, такой же прыжок с дерева, красиво и без шансов для импалы. Леопард против собаки. Это записи с камер видеонаблюдения, которые начали появляться по всей Индии. Из-за потери среды обитания леопарды теперь живут недалеко от городов и начали нападать на домашних животных, таких как собаки, козы и коровы. Тут вы видите, как хищник тихо вплотную подошел к собаке, которая спокойно спала возле дверей своей квартиры. Так он стоял около 4 минут, а когда собака проснулась, молниеносно вцепился ей в шею. Шум в коридоре разбудил людей, но они успели увидеть только хвост леопарда, который унес эту крупную собаку. А это похожий случай, но поймать за шею этого небольшого пса с первой попытки не удалось. Гепард догнал бедолагу и унес в лес. Но самое страшное, что через открытое окно или дверь леопарды могут попасть в дом. У собак шансов нет, но от такого гостя могут пострадать и люди. Леопард против гиены. Потрясающий момент. Самец леопарда приближается к гиене с добычей. Чувствуя свое превосходство в силе, он пытается отобрать этот кусок мяса, но гиена не уступает, издавая устрашающие звуки, она пытается защитить добычу. А в конце самое смешное. Как только гиена откусила кусок мяса и на секунду отошла в сторону, леопард тут же воспользовался ситуацией и затащил всю тушу на дерево. Тут ему точно никто не помешает, а гиена точно была в шоке от такого фокуса. А еще один невероятный момент охоты леопарда. Это молодой самец, который незаметно подкрался к двум большим птицам-носорогам. Дальше он совершает дерзкую атаку и воздушным сальто успевает схватить добычу своей когти. Но дальше произошло непонятное. К изумлению наблюдателей за сафари, пернатое животное сумело вырваться и улететь. А вот классическая сцена борьбы леопарда с бородавочником, показывающая, как молодой леопард сражается с свиньей такого же размера, как он сам. Леопард рискует собственной жизнью, ведь известны случаи, когда бородавочники смертельно ранили леопарда в подобных ситуациях. Но не в этот раз, охота прошла успешно. Дальше несколько безумных атак леопарда на импалу. Хищник подкрался как можно ближе, ведь бегать за импалами как гепард он не может. Молниеносная атака и жертва уже в его лапах. А вот похожая атака.
Леопард против газели. На этом видео вы видите прекрасный пример удачной охоты самки леопарда. Хищница заметила стаю ничего не подозревающей газелей. Скрытно приседая в высокой траве, животное тихо ползет все ближе и ближе, ожидая идеального момента для атаки. Удивительно, как низко она прижимается к земле и как осторожно передвигается. Момент атаки подобран идеально, и газель не успела убежать даже на несколько метров. Затем большая кошка уносит добычу в кусты, возможно, подальше от чужих глаз, а может просто в тень для более комфортной трапезы. Дальше невероятный момент отваги медоеда. Леопард держит в зубах детеныша, как вдруг на него набрасывается храбрая мамаша. Она настолько в себе уверена, что леопард в недоумении просто убегает. Если вы еще не знали, то медоед – одно из самых бесстрашных животных в мире. Он не боится даже львов и легко может вступить с ними в схватку, охраняя свое потомство. В случае необходимости, например, при внезапном нападении, медоед может еще и пустить в ход свое химическое оружие – выстрелить во врага жидкостью с очень неприятным запахом. А дальше нападение голодного леопарда на антилопу гно. Мать антилопы Гну со своим уже довольно большим детенышем немного отошла от своей стаи, чем сразу привлекла внимание пятнистого хищника. С одной стороны, Гну, как и любые копытные, беззащитные перед атакой хищников. С другой, могут проявить неожиданную храбрость и твердый характер. Именно такой храбрый поступок мы видим в исполнении матери, которая после нападения леопарда на ее малыша не убежала, спасая свою жизнь. Она напала на леопарда со всей силой, чтобы спасти своего ребенка. Рога у антилопы очень острые, так что леопард решил не продолжать сражение и отступил. Леопард против антилопы. Два самца антилопы тихо и мирно сражались на лужайке, предоставляя изумленным туристам прекрасные кадры. Они сражались за лидерство около 10 минут, не обращая никакого внимания на туристов. Антилопы так увлеклись своей схваткой, что не заметили, как привлекли внимание молодого леопарда, который уже ждал, когда они устанут. Леопард решает атаковать и набрасывается на шею антилопе, но другой самец, похоже, даже не понимает, что произошло, и продолжает сражение. Когда же он заметил большую кошку, сразу убежал. Хищнику тем временем удалось повалить антилопу на землю, но более крупному животному удается вырваться. После второй неудачной попытки леопард остался с хвостом между ног, а шокированная антилопа, хромая и спотыкаясь, убегает с несколькими царапинами. Если вы досмотрели до конца, значит, вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотр и комментарии. До встречи в следующем видео.